если их поставить, я буду лет на 10 моложе. Это было вот так. Сейчас буду еще красивее. Во, я же славенький. С временем. А это я со стареньким. Паш, помнишь меня тут? Да-да. Скоро я буду красавчик. Сейчас я для зубов, а вот скоро буду красавчик. У меня на лист просто нашла. Я везде оплавился, я ходил по всем врачам. У меня проблема была с зубами. Я не мог есть. У меня все это вываливалось. У меня были съемные челюсти. Я 5 лет не ел ни яблока, ничего, кроме каши. Я не мог разговаривать, у меня все это падало всегда. То есть ну, это ужас, что было. Я все время ходил на всех сайтах, я где там что делают, когда я. И тут мне звонит Лариса и говорит, у нас есть доктор. И он в течение дня тебе проблему все решит. Как? Вот так. Я говорю, окей, я должен приехать и проверить. Взял билет на самолет, приехал. На консультацию я хотел поговорить лично с доктором. Я вот этот день решил делать вниз, вообще сказал, что тянуть, когда я все увидал своими глазами, человек мне все объяснил. Я про доктора уже знал больше, чем я знаю про себя, все его регалии, что он делает, какие операции он делает, я поэтому буду. Он только, он, во-первых, цена и качество, это небо и земля вообще. Поэтому я всем рассказываю, что с моим экспириенсом с дантистами. Лучше, чем Алекс, я еще не знаю. Всем говорю. У этого человека смотрели. Так что вот так. Я очень доволен. Ты волшебник. Ты просто не представляешь. Мне там кот жил, как будто это. Я яблок никак в жизни не ел. Я помню, когда последний раз. Я очень прав. Не то, что просто. Я